Так. Короче, всем привет. Вот, это Оз. Это будет стрим VR по игре Surgeon Simulator. Вот. Так. Контроллеры. Алло, а где мои контроллеры? Почему не вижу своих рук? Ой, а что такое? Что это было? Кого? Так, у меня не на той руке. Не на той. Блин, а, ну я сейчас так не сделаю. Фак. Вот так я не могу поменять. Да, она не зафиксируется. Алло, я хочу руки поменять. Фак. Это нужно будет делать с компа. Так. Что тут провод? Так, о, все вот так. Так, так, все, я в принципе готов. Готов оперировать всех. Довольно-таки прикольная музычка. Давай. Все, мои руки закреплены, они с меня не слетят. Всем привет, кто заходит на стрим. Так, шу-шу-шу-шу, как управлять? Так, это пальцы, так. Угу, так, и чё? Ага, это вот, вот так схватиться, ага. Окей. Охеренно. Ой. Кого? Эй, я ничего еще не делал, алё. Чё? Нахер пошёл. Press key in the keyboard. Так. Чё? Не знаю, что это такое. Короче, блин. Так, язык есть русский? Так, есть русский. Отлично. Операция достижения. Главное меню настройки. Настройки. Звуки, графика, качество. Это все пофигу. Операции. Пересадка сердца не закончена. Окей, давай, пересадка сердца. Ой, а шо, почему я стал скелетом? Ну? Ну, я хочу начать, алё. Как начать-то? Сложно, а чё у меня ящик открытый? Вообще стул валяется. Почему я не могу её выбрать? Какого хрена? Мне пациент. Ну? Почему не выбирается? Не понимаю. Ой. Охеренно, сейчас в дотку покатаем. Нихера себе. Может быть, мне надо ручку взять, я не знаю. Нет. Почему не выбирается? Как начать-то? Тыку, ничего не происходит. Как начать игру? Что происходит? Здорово, Евгений. Как начать эту хрёбаную операцию? Я выкинул какую-то статую. Как начать? Я ни разу в это не играл. Ни на компе, нигде. Подскажите, пожалуйста. А то я не в курсе. Охеренно, можно нарисовать Диму. Охеренно. Ой.
Охеренно, сейчас бы одним пальчиком взять. Ну, короче, блин, как начать эту операцию? Я что-то я не вообще не втыкаю. Управление. Я разучил, я выучил управление, алё. Охеренно. Вставить диск, зашибись. О, охеренно, прикольно. Unity. Зашибись. Он там, по-моему, еще какой-то диск есть, если так, конечно. А, или это книжка. Я не знаю, что у меня тут в реале, поэтому я беру. А, это книжка тупо. Окей. Блин, ну как начать? А, вот я, блин, туплю, а. О, охереть. Окей, у него пульс в норме. Бля, прикольно. Почему там все эти в крови? Кого я тут до этого оперировал? Так, окей. У меня есть камера, я могу все заснять на камеру. Почему камера зависла тупо? Мы заснимем тебя, как я тебя убиваю. А, типа, я могу камеру вот так оставить и, типа, снимать, как я оперирую, или что, или потом это будет записано. Это будет прикольно, если я вот так вот буду все записывать. Так, окей, мне нужно ему пересадить сердце. Во-первых, где у меня сердце свежее? Ой, что это? Ложечки какие-то. Зачем мне ложечка? А, вот тут, наверное, новое сердце, да? Ой-ой-ой, стой, стой, подожди, давайте на место положим. Пока что полежит тут. Все, лежи. Окей, мне нужно ему достать его сердце сначала. Мне нужно ему расхерачить ребра. Прости, чувак, я помогу тебе. Так, фак, не. Ой, это что, печенка? И что это? Не теряй кровь, чувак. Ой, это твое легкое, а чего с ним? Ты, походу, курила много. О, да легкое, остановись. Ой-ё. Это полежит пока что тут. Эй, не умирай там. Так, вот это, наверное, тоже надо. Ой. Фак. Так, окей. Это мне, наверное, больше не понадобится. Теперь мне нужно тебе отрезать это сердце старое. Давай вот. Так, окей. Блин, мне вот эти ребра тоже мешаются. Нахер. Нахер, и вот тут еще. Блять. Блять, я не могу их схватить. Так, еще вот этот кусочек надо убрать. Ты живой? А че у тебя так мало крови осталось? Я не понял. Алло, ты че, не умирай? Сейчас эти сердце это отхерачу нахер. Фак, неудобно держать очень. Давай, руби нахер это сердце, оно тебе больше не нужно. Алло, не умирай там, алло.
Как мне это сердце твое вытащить-то? Блять, я не могу его вытащить нихера. В смысле ты умер? Я тебе всего лишь только ребра отхерачил одно легкое. С хера ли ты умер-то, Заново. Так, больше не смей умирать. Окей. А, там же укол какой-то должен быть вроде, да, чтобы ему... А, вон укол, да. Так, окей, давай заново херачить тебе все ребра. Сразу выкидывать их. Да куда вот ты завалилась? Это тебе не нужно, да? Ну ладно. Fuck, я не могу туда пролезть. Не могу. Окей, я попробую так. Окей, живи, чувак. Ой-ой-ой, что ты так сразу это... Лёш, живи. Фак, я не знаю, что это за шприц, но я думаю, он тебе поможет. Алло, фак, он что, еще быстрее стал подыхать? Тогда другой шприц. Все равно это тебе не помогает, да? А, ну все, да, ты умер. Этот шприц тупо не помогает. И что мне с ним сделать? Как мне надо его так быстро прооперировать, чтобы он не сдох? Как мне ему отрезать сердце, чтобы он не умер? Интересно. Может, ему сначала что-то нужно вколоть? Я не знаю, что это должно сделать. Может быть, попробовать вот так. Сейчас мы тебя рассверлим нахер. Замолчи, ты тупая дрель. Почему это мешается? Окей, я больше не буду пытаться что-то сделать аккуратно. Я буду тупо херачить. Блин, ну он вот опять дохнет. Блин, там музыка слишком громкая. Так что если мне попробовать ножницами? Я отрубил ему сердце. Надо быстрее вставить. Окей, это остановит кровотечение. Я это сделал. Я ему туда кинул сердце, выкинул все ребра, выкинул одно легкое. Он живой, основным сердцем. Охеренно. Такой у меня заряд контроллеров половина. Окей, я сделал это, ура. Давай. Атака операции.
Так, окей, а следующее? Окей, как следующую взять операцию? Где остальные операции? Скажите мне, пожалуйста. Достижение. Так не говорите мне, что тут только одна операция есть. Ну вот сердце, тут вот еще... А, вот. А, пересадка почек. Окей, пересадим чопки, почки. Тут уже все кишки у него. А, это типа была мне вот эта часть доступна, теперь вот эта. Окей, а где почки, кто мне скажет? Где-то там, наверное, под кишками. Окей, не могу ничего взять и вытащить ему голыми руками. Мне придется его пиздить моим любимым молотком. А, или я тоже так ничего не вытащу. Так, это печень вроде бы, насколько я понимаю. На почки где-то там под кишками. Мне что, ему нужно все кишки вырезать? А это что такое? Ой, какая хорошая штучка. Эй, не надо терять кровь. Охеренно. Я не могу это вытащить. Это что за кишки такие, которые не вытаскиваются? Да хватит терять кровь. Блин, теперь это говно будет шуметь. Тут как ее вытащить, выключить? Это что такое? Это пила? Эти кишки не вытаскиваются. А где у него печь, эти почки? Или это... А, или вот они, наверное. Ой, у меня уже, если честно, устала шея смотреть постоянно вниз. Фак, они не вытаскиваются. У него ничего не вытаскивается, мать его. А, привет, Вова. Да нет, ты не сильно опоздал. Так это вообще что такое? Это печень, походу. Вот она, почка, походу, одна. Фак, да хватайся, ну же. Ну же. Я до нее не дотягиваюсь. Да блять. Я тупо не могу вытащить. Что еще вот это расхерачить надо? Я не могу дотянуться до этой гребаной почки. Говно такое. Давай, дай мне свою почку. Да. А, не знаю. Вроде мне должно быть нормально слышно.
Короче, не могу ее достать, а кишки мне нельзя вытащить, да? Ему нельзя все это вытащить, походу. Либо же я не дорезал. Да, я его тупо убил. Окей. В глаз тебе. Ты там живи. Блин, неудобно как-то. Алло. Блин, мне реально уже устала шея, я не могу постоянно смотреть вниз. Ой, блин, кошмар. Что делать-то? Да, отдай мне свои гребаные органы. Фак. Так, стой, не умирай. Ну же, ну давай, ну вытаскивайся. Ура. Это что вообще? Что это такое? Я не знаю, что это такое, это твое. Угу, так, вон почку вижу, вон там вторая. Я ее отрезал, нет? Похоже, не отрезал. Да, не отрезал. О, отрезал, отлично. Так, окей, мне надо как-то второе отрезать, но тоже ни хрена не видно просто. Это очень сложно. Не умирай, не умирай, не умирай. Все нормально, ты будешь жить. Я отрезал ее или нет? Не вижу, не отрезал, походу, нет, не отрезал. Фух, да что ж ты такая крепкая, а? Да хватит умирать. Ты достал. Отдай мне уже свою почку. Говно. Кого? Какая пауза? Я не нажимал паузу. Как я это сделал, я даже не знаю.
Лол. Серьезно? Охеренно. Ой. Зашибись. А вот этого я не знал. Прикольно. Лол. Прикольно. Так, а с этой камеры идет вообще что-нибудь, какой-нибудь сигнал? А, вот она, вот эта камера. Во. Охеренно. Снимаем операцию тупо. Так, ладно, режем дальше. Хотя это все-таки неудобно, потому что я не буду видеть, сколько у нее крови. О, я ее отрезал, отрезал, отрезал. Все, не умирай. Да я не нажимал паузу. Что ж такое? Да блин, да как же мне ее выгребсти? Поймал. Я тебя поймал. Окей, теперь ставим новые. Так, одну пихаем вот сюда. Как-то так. И вторую пихаем вот сюда. Ура! Выживет, куда он денется? Еще вот это надо на место засунуть. Это было где-то там. Ну, блин, очень, очень тяжко. Шея очень тяжко. О, зашибись. Охеренно. Эта камера где-то там стоит, что ли? Охеренно. Окей. Не надо, еле-еле, отличный хирург. Так, вот пересадка мозга. Окей, будем сажать мозги сейчас. Воу-воу-воу. В смысле? А я что, должен в темноте это делать, алё? Кого? Где свет? Кто выключил свет? Вы серьезно? Я должен это с фонарем, блядь, делать? Кого? Алё. Зашибись. Эй. Живой? Кто выключил свет? Я не понял. Охеренно. Вон новый. Окей, чем мне здесь разделить голову? Можно лазером, в принципе. Или это не помогает? Походу, это не помогает ни хрена. Окей. Есть дрель? Вон есть молоток, я вижу. Томагавк. Пила. Окей, гум молотком тогда. Уж привычнее будет. Фу, где мой молоток? Сейчас по молотку бы падать. Окей. Поставим ему мозг Димы. Что тут звенит? Алло, да хватит звенеть. Да что с тобой, пила, блин? Хочешь, чтобы я это сделал пилой? Так, окей, пока что.
Так, надо еще стучать. Ой, а что ты так быстро умираешь? Алло, где шприцы? Я помню, у меня были шприцы. Это шприц, да ёшкин кот. Офигеть, у него осталось прям вообще капля крови. Я не смогу уже ничего сделать. Потому что это мало слишком осталось. Ой. Ой. А что с ним такое? Алло. Ты успокойся. Охеренно. Так, мне надо это ему отрезать эту херню. Да хватит. А, ну да. Я провалил ее. Я вроде не заметил, что у него кровь льется. Да что со светом? Почему он вырубается? Кто такую хрень придумал? Что я должен без света это делать? Фак, это не то. А, это что ж... Томагавком попробовать, что ли? Ты, блядь, откройся. Хера чем прям. Ух ты ж, нихера. Ой. Ой. А я ему прям сразу по томагавкам по мозгу херакнул. Так. Может, пока свет есть, попробовать успеть что-то сделать. А не, нихера ты не успеешь, что сделать ничего. Окей, томагавк не подходит. Лучше уж молоток взять. Ты сука. Вот молоточек. А, блядь, неудобно все. Так, все. Вот эти все ошметки выкинуть. Что тут опять стучит, да? Да фак, чё ж вы тут все прыгаете-то? Минус экран на телефоне? Ну блин, ну шо ж ты так? Шо ж ты так неаккуратно? У тебя телефон вечно падает. Так нет, как по мне её взять-то получше? Да ёб твою мать. О, вот так зашибись. Так, окей, мне нужно теперь мозги эти вытащить. Окей, они не вытаскиваются, мне надо еще постучать немножко. Окей, так надо вколоть ему.
Так, а теперь режем. Режем мозги. Окей. Окей. Он без мозгов. Он без мозгов. А где новые мозги? А, вон же они. Окей. Ура! Я это сделал. Тупо. Тупо поставил новые мозги. Окей, глазки. Будем ставить новые газики. Окей, здорово. Чё, будем менять Тору новые глаза ставить? Алло, а чё на те очки, как я должен их снимать? Алло, сними очки, блядь. Окей, сейчас снимем. Окей, чё у тебя с глазиками? Почему они... Окей. Что-то какой-то странный чувак. Как я должен ему глаза вытащить? Мне это интересно. Ты какой хочешь? Такой хочешь? Нет. Ой-ой-ой-ой. А такое хочешь? Такое не хочешь? Ну ладно. Ой. 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 А что я сделал? Блин, задолбал орать. А хочешь пробку вместо глаза? Можно выключить? Выключись нахер! Выключись, блин! Игру я не решил сломать. Почему я решил сломать? Я просто хочу все попробовать, что тут есть. Вот это что такое? Серьезно, триммер? Уж модный без бровей. Нет, так глаз я ему не вытащу. А если вот так? Хорошая штучка.
Нет, похоже, я только его убью так. А если вот так? Ой. Похоже, тоже нет. Так а в смысле второй глаз разве не нужно менять? Так, ладно, второй глаз еще, тоже сейчас вытащу. Ну, вытаскивайся, алло. Ну, отрезайся во все. Окей. О. Зашибись. Да, прикольненько. Окей, зубки. Пересадка зубов. Зашибись. Оу. Охеренно. Готов к пересадке зубов, ёпта. Маску-то сними, алё. Как я должен с него маску снять? Алё, сними маску, говно. А это что, типа зубы новые? Зашибись, и как я должен их вставлять? Тупо ему в рожу перекидать их, что ли? Ой. Фак, ну ладно, все нормально. А это что такое? Тупо пустая баночка. Да сними маску, говно. Чем мне ему маску снять? Ух ты, а тут что даже такая фигня есть? Нихуя себе, это прям для суперпрофессионалов, ёпта. Короче, пофиг на эту херню, я и без нее справлюсь. А это что такое? Это ничего не это. Не включается, не включается. А что это капельница шатается, лол? Че у меня там рентген собаки или что это? Рукой, так рукой, вот, не снимается ни хера. Я пытаюсь его схватить. Лола, я даже башкой могу двигать эту херню, прикольно. Вообще, как бы у меня зона вон. Снимай это говно, алло. Есть. Как ему снять эту херню? Он же сейчас сдохнет, он сдохнет. Окей, она тупо не снимается. Ну, сука. Лова. Подожди. Ну да, это лупа. Лупа за лупа. Окей, для начала мне нужно снять с него маску. Но она тупо не снимается вообще никак. Что делать?
Говно. Что-то не то с контролями вот так колоебит. А в смысле, вот указательный палец большой, и остальные три. Как бы я его хватаю, у меня все нормально с контролем же, у меня эта игра такая, она же специально так сделана. Как снять маску, в принципе, должен быть какой-то этот... Как бы... Херенно. Конкретно надо снять маску. Я не могу ее снять, потому что я не знаю как. Руками снимаю. Не, не получается. Тупо не получается. Тупо пожилой пациент. Ай. Охерен, у него зубы желтые. Так пока я это не пройду, я дальше не пройду. Зашибись. Нет, у меня она тупо не снимается. Не знаю, как ее снять. Не получается. А вы знаете, вам смотреть. Так, короче, сейчас у меня будет минут 5 передышка. И будет, наверное, VR-чат. Вот. Музыкальная пауза.
Эхо-муха нет. Так. И настрой мне контроллер, пожалуйста. Я не хочу опять ходить к компу и менять руки. Ну фак. Окей. Сейчас. Так, окей, вначале я хотел бы. Нет, не то. Не помню, иллюстрации или скриншоты. Посмотреть, что еще есть. Если я вывесил два портрета, есть ли еще что-то. Блин, это все старое. Все старое. А, вот это я по-моему хотел повесить. Да, нормальный портретик. Так. Еще что-нибудь есть? Больше ничего нормального нет. Иллюстрации, по-моему. Эти иллюстрации тоже там ничего не было. Артефакты там, по-моему, тоже ничего не было нормально. Нет, ничего нету. Ладно, пофиг. Вот так. Так. Ну что, VR-чат? Ого. VR-чат. Да. Нет, это был не VR-чат, это была домашняя комната. SteamVR. А вот сейчас уже будет VR-чат. Ох ты ж, прикольненько. Логин with Steam, VR-чат, ну, Steam. Охеренно, что это за треугольнички? Лол, а кто я? Алло, это шо? А кто я? Турин. А, я поворачиваться, типа, можно. Серьезно, это я? Охеренно. Контроллеры дрожат. Ну, хз. Это может быть от того, что у меня зеркала в комнате.
Охеренно. Охеренно, а кто я? Ну, типа, все, это вот так перемещаться, так понимаю. А все, а курки что будут делать? А, типа, мне вот сюда надо подбежать, что ли? Поэтому ты маску со мной не смог снять. Ну, может быть. Чат, а вот типа значок микрофона у меня выключен. О, лол. Охеренно. World's Avatar Social, мут. А, это типа, а, нет. Вот это типа я говорю. Раз. А, вот, да, все, микрофон работает. А, так. Можем, вот камера. Панорама. Ой, что я сделал? Что я сделал? Так, аватар. Вот, типа, почему я что-то непонятное? Почему я такое? Паблик. А можно самому, типа, создать? Ну, закастомить его. Как создать своего аватара? О, да. Как самому создать своего аватара? Сверху аватар. Так сверху это и есть, вот оно выбрано. Или можно только выбирать? Наверное, только выбирать можно, создавать самому нельзя. Хотя, наверное, когда можно. По идее. Что это за полоски? Загружайся. Ой, смотри. Что он не скачивается? Блин, охеренно. Что за медведь тупо? Зашибись. Охеренно. Прикольно. Зашибись, я лис тупо. Окей, что еще, какие аватары есть? Олега Сивер, чат, аватарс, паблик, спент. А, это понятно. Как создать своего этого? Аватарстатс. Полигоны, бла-бла-бла. Это, наверное, надо в 3D редакторе, наверное, создавать эту модельку. Скорее всего.
Оно это обычные такие модельки. Не продвинутые, я так понял. Search. Блин. Social. А, ну это друзья, типа. Worlds. Так, аватар у меня сейчас стоит вот такой, я понял. Что это такое? Ладно, не буду тут лазить. Settings. Маус. Ладно, тут, в принципе, все нормально. Так. Куда зайти? 287 человек, серьезно. А есть, типа, русские комнаты, не? Сам Армика с охеренно. Кому зайти? Зоопарк. Ошибись, я лис, пойду в зоопарк. Что 7 мегабайт зоопарк весит? Двухсторонняя херня. Ну давай. Гоу. Опачки. Ой, ну пролагивает, потому что это. А где все? Алло. Фокс, зашибись. Я тут должен сидеть. А. Охеренная лиса. Кажется, тупо нет людей. Надо где побольше людей вот сюда. Зашибись. И где 287 людей? Ого. Ты кто? Кого? Что ты там сзади летишь, поешь? Ты что,
от старка косишь, что ли, я не пойму. И чё? Кого? Что это такое? Аватар тестинг. Охеренно. Куда я попал, алё? Сложно слишком. Что это такое? Блин. Охеренно, зеркало тупо. Лол. Что, на гитаре, что ли, играешь? Я не понял. Это боты или кто это? Алло, вы чё, боты? Короче, я не пойму, как сюда заспавниться с людьми. Тупо. Аватар тестинг. Лайтнинг. Нет. Скайбокс. Где все люди? Где? Как к ним попасть? Алло, где все люди? Почему боты друг с другом поют? Тупо. А я тебе помогу вот так. А я ж чего-то не понимаю. Охеренно поешь. Вот. Вот прыгать можно, охереть. Вот как он сейчас, он вышел или что? Ты же сидит меня, бот. Пинг 200, зашибись. Как попасть к людям? А тут больше ничего нету. Блин, что-то я не знаю как. О, 300 человек. Вова, помоги на гугле, как зайти сюда на сервак? Опа. Я уже попробовал все. Ферен.
Может быть, надо это. Или для того, чтобы аватар сменить. Серф. Охеренно, это что такое? Это мой рост? Лол. Нет, это не может быть моим ростом, потому что слишком мало. Что-то 137. Нет, естественно. А что это такое за линейка тогда? Хз, хз. Камера. Какая камера? Ой. Ой. Это что? Это куда я смотрю? А зачем? Смысл? Ой. Зеркальные стены. Жабла-бокс. Мужик, что это за матрица? Я не знаю, как попасть ко всем игрокам, я сам пытаюсь разобраться. Тут есть только настройки перса и все. Хз, что делать? Как он открыл портал? Блин, я так уже устал стоять, потому что... Что делать? Вопрос, что делать? Блин, то у меня руки просто трясутся. Вот это вот что такое? Это тупо настройки. Что делать? Просто скажите мне. Hello. Oh. Okay, I can barely hear you. See you later. I should probably turn up my volume. I don't understand you, Englishman. Нет, респаун, респаун совсем заново. Отлично, я поиграл в VR-чат, просто замечательно, блин. Нихера не знаю, как даже поиграть нормально.
Ой, шо это? Это шо? Шо кого? А, вон какие-то портальчики есть. О, хе-хе. А, ну вот, типа, аватары, которые есть. Но их же очень мало. Блин. Ну я их все уже видел, походу. Ну да, вот я. Вот всякая дичь. Как бы мне пойдет такой аватар пока что. Ладно. Какие порталы. Чат упал, в смысле? Ну что я сделаю? И чё? Я снова попал к себе домой, почему? Охеренно. Ой. Ну зашибись, и чё у меня за стойка? Это у меня рожа, конечно. Оу. World menu, блин. Ну чё, куда мне ещё зайти, блин? Окей, зайду сюда, попробую. Что-то как-то странно. Что еще можно в VR поиграть? Это же хз. Чат пропал. Ну а что я сделаю? Я же ничего не сделаю сейчас. Я не знаю, почему он отконнектился. Ой, это что такое? Оу. Здорово. Hello. Hi. Hi. Виктор Вайл Палк. Excuse me, excuse me. Жрать давайте. Жрать, кушать, кушать мне. Давайте. Шашлык мне. Шашлык. Талвион. Шашлык, давай. Я кушать хочу. Excuse me. Где моя виски, алё? Короче, что-то дичь какая-то. Тупо дичь. Moving out. What the fuck?
shit farting in here. Bro, that shit stink. Чё не всё без аватара? You a dog? Sup, my nigga? I'm Fox. Is that your fursona? Y'all crazy. Who said that? I don't know. Yo, who that over there? Yo. Chill. Не знаю, почему упал чат. Сейчас попробую его пофиксить. Но это не точно. Да чат, по идее, должен работать. You trying to say something? Ну, это если отвалилось что-то от YouTube. Как бы потому что. Нет, должен чат работать. На YouTube ты ничего не писал. You guys headed upstairs? Just a knock here, don't mind me. Would you like to ride me? Can you hear me? Would you like to die? Would you like to ride me? Would you like to die? Не знаю, что они с этого обновили еще что-нибудь. Бра. Чё? Кого? Кого? Чего? Чё-то вы какие-то скучные ребята, алё. Откуда ты бухло взял? Алло, ты где бухло взял? Алло, мое бухло, мое бухло. Get off. Hello, guys. No more riding. I like you guys. You guys are very pretty. Fuck. Thanks. I like your character. Oh, he left. He left. I cry. Oh. Another anime person, let's go. О, там что за туса? Cute as fuck, bro. Ух ты, сортир. Hello. Сортир. Не выключается. Bro, let me take a massive shit. In the corner. Что, Сири, что ли? Are you selling your gamer girl bathwater? Hold on. Someone needs to get on. And then we can sit on the cat. Я будь то холосист. Oh my god, your ass is hot. Facepalm. Okay, we're back. Oh my god.
hitbox is too high. I just get teleported back. Okay, here, let me get down. Ну что-то как-то... Как-то что-то не очень. Oh, shit. Bro, it's little me, bro! Bro, it's little me! Wait, I wanna see how this looks. This looks so fucking horrendous. It's little me! Okay, let's go upstairs. Fuck. Oh my god, I'm lagging in the fucking walls! I can't see shit. Что там происходит? This is a terrible idea. But it is fun. I can't see shit. I hate seeing our butthole, it's so weird. That's so sexy, right? You're fucking stupid. Бесконечная, что ли, лестница? Охеренно. Что это мы тут делаем? Оп. Охеренная мувка в огонь зайти. Ты что стоишь, что пишешь? А? Куда побежал? Херен. Ух ты ж, какая сабелька. Но её нельзя взять. Ну, как-то вообще скучно, неинтересно и тупо. Бегают чуваки без аватарок и молчат. Чё ты молчишь? Хрен. Испугался. А, всё, тут больше нет, не выше. Ну, чё-то такое себе. Я опять выберу бокс. Я опять не смогу никуда зайти. Ну, тут уже народу побольше. Where are you? How do I walk? No. Hey, I know you. Hey, I know you. Hey. I can't walk. Yes, queen. You are weird. Oh, hello, that. Короче. Who are you? Я сейчас попробую зайти вот в VR. Вот. И, короче, посмотреть... катку Вовы, если он катает сейчас. Давай, Жота 2, запускайся. О, Дота. Охеренно. Ура, зашибись. Нет, ты катай, а я посмотрю. Ух ты ж, прикольненько.
Лол. Блин, как долго она грузится, а? Зашибись. Верхаб. Уйти в лобби зрителей, взгляд на героев. Открытые. Блин, и чё? Нету тупо ничего. Ну. А, нету никаких лобби. Нет, подожди. Калибровка. Помещение. Ну так а, ничего не происходит с херали. Охеренно. Вышка тупо. Да, но нету тупо, я не могу выбрать почему-то даже ничего. Это как-то странно. Нифига, ничего не выбирается даже, я не знаю почему. Это как-то странно. Не выбирается. Сюда можно подойти, надо. Да нет. То ли это что-то у меня, то ли это недоработка тупо. Блин, что у меня тут провод как-то закрутился, непонятно. Что-то странно. Как я стою вообще в пространстве? А, окей. А вот провод. Ничего не выбирается. Не знаю, попробую сейчас перезайти. Что у меня тут контроллеры? Контроллеры живые. Окей, я зайду сейчас еще раз. Я, если честно, уже устал стоять. Наверное, сейчас стрим закончу, если сейчас не будет все работать. Ну, так правильно, потому что я же не просто доту запускаю, а именно доту VR. Я не могу ни создать ничего. Открыто для всех игроков, закрыто точно паролем. Окей, а что у меня на десктопе сейчас происходит? Окей, тоже ничего хорошего. Я не могу ни создать, ни выбрать, ничего сделать. Это очень странно. Как бы, блин. А вон то чё? Хватит. В смысле? Короче, что-то пошло не так. Dota VR не хочет работать. Очень интересно. Может, Оби, ты сможешь смотреть? Да я не знаю, тут, понимаешь, я должен в любом случае мочь обновить, там, не знаю, язык поменять. Я ничего тупо не могу сделать. Почему я хз? Надо будет еще с этим пошаманить. Короче, Dota не хочет работать. Вот. Ладно.
что еще покатать, я не знаю, мне больше, по идее, ничего нет, честно говоря. Вот. Может, VR в целом лагает? Да нет. Другие-то игры нормально. Могу попробовать The Lab, который я скачал. Вот это что такое, посмотреть. Пойду-то потереть. Не, сейчас играть не хочу. На ноги устали стоять уже. Ой. Ферен топ экранный. Это именно игра от Valve. Загружается ли еще? Ну, долго ты будешь грузиться? Офигеть, конечно. Прикольно, что такое место. Опачки. Субтитры начать. Ну, давай начнем. А что-то громко. Please move forward. This is the Aperture Science base-mounted portal sphere. It is your gateway to a vast continuum of undiscovered worlds. These undiscovered worlds may also contain undiscovered diseases, natural disasters, airborne toxins, and apex predators that hunt humans for sport. Put the portal sphere on your face now. Да не нажать ничего, нет, you have not put the portal sphere on your face yet. Please do so now. Охеренно. The portal sphere is not on your face yet. Please put it on your face now. Sensors indicate that you have not put the portal sphere on your face. Охеренно. С контролями все нормально. Грузится долго. Да что ты так долго грузишься, а? Опачки. Опачки. Ты кто? Охеренно. Блин, прикольный график. Ой, пойти, ты хочешь палочку? Палочку. Оп. Блин, а почему я не могу? Окей, держи. Охеренно. Зашибись. Молодец. Блин, ну просто когда я держу внизу. Окей. А если я кину ее вот туда? А, я не могу далеко что ли кинуть?
Перейти в лабораторию. А зачем мне переходить в лабораторию? Не тут норм. Серьезно, она ее принесет? Охереть. Лол. Охеренно. Молодец. Если еще дальше. Ты что там застряла, что ли? Нет. Смотри-ка. Лол. Охереть, нашла. Охереть, летит, летит с палкой. Зашибись, молодец. Смотри, смотри, палочка. Смотри, у меня палочка. О, летит, 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 летит. А я могу только в определенные места тпшиться. Где, блин, ну графон вообще прикольный. С лука бы сейчас застрелил эту птицу. Конец, молодец. Ну прям, как бы мне ее еще дальше кинуть? Далеко тебе придется бежать. А я еще вон туда тэпну сейчас. А где палка? Где палка, алло? Ты что палку не принес, а? Я знаю, что она знает. Блин, ну окей. Охеренно. И смысл мне было тпшить сюда, а потом обратно. Ой, блин. Моя спина, моя шея, мои ноги. Я уже устал стоять. Тем более после вчерашнего. Грузится надолго. Опа. Successful completion of experiment in Pocket Universe Lab 8. Прикол. Что это такое? Ой. А как мне цвет поменять? Ебать. Лол. Прикольненько, прикольненько. Да я просто играю для себя. Блять. Окей. А вот это что такое? По-моему, это что-то прикольное.
Опа, чё? Опа, чё? Это нормально, что ДК-хук висит, лагает, и молот какой-то. О! And look at you, standing alone in the dark. Why? I am a terrible host. Here. Офигенные потайные лавки Доты. Well enough without it. Don't be afraid. There is plenty to see. All you have to do is look. But don't be surprised if something looks back. Treasures may hide. А чё они лагают? I was just closing up, but don't let that concern you. When it's time for lights out, well, you'll see. Well, I have a few deliveries to... Oh, air now. Good thing Roclair is out for the night. Maybe I do need a light. Блин, почему модельки-то лагают? Вот это интересно. Farewell, my friend. Херена кура. Охеренно. О, лол. А, можно только так. Кто реген завязал? А, ну тут ничего трогать, походу, нельзя. Охереть, ты кто, кура? Осьминожка или что это? Это тупо, можно, ну, нельзя, ничего трогать нельзя. Охеренно, это же этот чувак из этого. Блять. Из артефакта. Ой. Ты кто, ебать? Охуенно. Этот лич. Только что орал. Рапирка. Раз рапирка, два рапирка. Лол, он следит за моей рукой, охеренно. Прикольно. Ой, этот фигня, которая на муншарт нужна. Спид это отдает. Блудстоун. Башер. Блин, что-то FPS. Блин, лагает. Тупо что-то не оптимизировано, ничего, оно бывает прогрузки. Вот. Да. Я вот так делаю, оно прогружается, пролагивает. А что ты следишь? Охеренно, коврик. Читочек. Охеренно, столько глаз. Блин, прикольненько. У него тут в лавке, однако. Досты лежат. Жабка. Здорово, жабка. Блин, ну лаги, конечно, пипец, неоптимизированная фигня. Тангусы. Монта висит. А тут наверха... Да, лагает, конечно, пипец. Тупо лагучая дымка. Звук ветра-то есть. Но постоянно пролагивает, и это не очень удобно. Сейчас еще одну демку посмотрю, и все. Я буду заканчивать, потому что ну реально устал стоять.
Successful completion of experiment in Pocket Universe Lab 8. О, лол. А, тут я так понял, когда выходишь с какой-то демки, ты получаешь такую фигню на стол. Лол. Фигурка Рошана. Прикольненько. О, портал. Я не знаю, дота или нет. Ой, я пошел в портал. Портал мы весь демоном проходили, я помню. Вот бы полностью портал портировали бы в VR. Было бы, наверное, прикольно. Грузись уже. Hello, Repair Associate, and welcome to the Robot Rehabilitation and Wellness Center. Our records indicate that you are the inaugural participant in our Human Diversity Outreach Program. You are holding dual aperture science prosthetic multi-tools. Please charge them in the multi-tool charging station. Charge your multi-tools at the charging station. А чё нельзя сделать? Блин. А чё нельзя даже взять? Зарядить свои инструменты. Вот это что ли? Your multi-tools have been fully irradiated. Please remove your radiation suit at this time. No suit detected. Good. There is a cabinet of drawers in your repair station. Please locate it and open a drawer. Locate and open a drawer. Это ты что ли базаришь? Вы должны открыть, блин. Good. Now close the drawer and open the correct drawer. Locate and open the correct drawer. Good. You have now practiced on two incorrect drawers. Please open the correct drawer. Please keep pulling. Good. As explained in your orientation, you should, of course, never look directly into the drawer. Room sensors indicate you are currently looking directly into the drawer. You have just interfered with an Aperture Science Pocket Universe cabinet. You are now their god. Close the drawer to initiate contaminated Pocket Universe contingency protocol. Ахере, она ничего мне поклоняется, алё. А ты чё нихера не делаешь? Ахере. Contaminated pocket universe incinerator. Opening drawers has been removed from your list of responsibilities. Please locate the service bay door lever and pull it. Pulling the lever has been added to your list of responsibilities. Please pull the lever. Какой рычаг я должен потянуть? Он тот? Прикольно. Now serving. А, до этого на этой фигне была не прогружена, я заглядывал.
Здорово. Воу-воу. Что с тобой такое? This unit, attach your multi-tool to its faceplate and pull as forcefully as possible. Охеренно. You may hear what sounds to a human like mechanical screaming, but rest assured, while robots feel pain, they cannot express it. Please keep pulling. Охеренно. Please look at and press the button marked robot repair. This should be. Step two. Locate half-inch worn up 35-inch circuit from amp low motor D and disengage it from the appropriate linear actuator unless its electrostatic ion reactor is uncoupled from anodized voltage at the circle bracket 733E and only if oxidization valves A, C, F, and H1, but not H3, are asymmetric to turbo pump exhaust manifold case filter. Please take your time. Up to 30 seconds. And you're over. The thermal reactor currently uncoupled from its heat exchange unit will detonate. Alert klaxon deployed. Серьезно? Again, take your time. 15 seconds. 15 second klaxon deployed. Чего? Кого? Increased heart rate detected. Motion sounds relaxation klaxon deployed. Что я должен сделать? Понятно. Я ничего не должен был сделать. Прости меня, но я не инженер. I don't believe it. What kind of robot can't handle the simplest? Oh, it's you. Oh. Congratulations on your quota-filling promotion, by the way. You've opened all our eyes to what humans can achieve when you put your tiny little minds to it. Repair station recycling initiated. For your own safety, please vacate this station immediately. Don't listen to him, you'll be fine. Also, let's be honest. Your first day's been a bit of a disaster. It's probably not the worst thing if you die. Да, прикольно. Repair station recycling in progress. I want you to know, at first I was against this human diversity outreach program. But now, watching you flail around like a sweaty pile of hands, I see I was wrong. It's hilarious. Honestly, I think you're overqualified for robot repair. I've got a better assignment for you. Repair station recycling, complete. Thank you for your participation. That's a recording. He has to say that. Прикольно, прикольно. Оу. Вы чё, охерели, что ли? Алло. Мне это было прикольно вообще. Test traveler of Pocket Universe Lab 8 has returned from an experiment. Угу. А вот у меня появилась кружка. Ой. У меня появилась кружка и вот такая статуэтка. Робота из портала. Ты хочешь эту фигурку? Не, я тебе не дам. Не. Так, ну короче, вон, вот там могу кружку тебе вот эту дать. Нужна кружка? Охеренно.
Congratulations, test traveler. Короче, на этом я закончу. Всем спасибо за просмотр, кто был на стриме, и если вдруг кто-то выставит эту запись стримеров, насчет Dota я пока ничего не могу сказать, наверное, не будет, не знаю. Там где-то тут должен быть диван, вот. Ух, да, это жестко. Тяжело, сколько, 2 часа проиграл я, и, блин, там явно подустал прям. Так, ну что, на этом вопрос, по-моему,